Всем привет! Сегодня мы сделаем оригами пистолет. Вот такой получается пистолет. Этот пистолет можно перезаряжать. Вот так. Также из этого пистолета можно стрелять. Давайте мы этот оригами пистолет сделаем вместе. Чтобы сделать оригами пистолет, нам понадобится два прямоугольных листа бумаги, каждый размером 15 на 21 сантиметр. Возьмем один лист и пока положим его в сторону. Берем второй лист, складываем его вдвое. Раскладываем обратно. Верхнюю сторону загибаем в центральной линии. Переворачиваем лист обратно. Теперь верхнюю сторону загибаем в первой линии. Возле начала листа переворачиваем лист. И снова переворачиваем лист возле начала листа. И таким образом переворачиваем лист до окончания самого листа. У конца листа у нас остается небольшая полоска. Эту полоску мы загибаем вокруг листа, наводим ее, переворачиваем обратно, поднимаем верхний лист и полоску загибаем в середину. Закрываем и все наведем. Складываем лист вдвое. Хорошо наводим. И теперь у нас получается вот такая первая часть пистолета. Теперь берем второй лист и делаем вторую деталь пистолета. Для этого берем лист и складываем его вдвое. Раскладываем обратно. Верхнюю часть загибаем в центральной линии. Переворачиваем обратно. Теперь верхнюю сторону загибаем в первой линии. Возле начала листа лист переворачиваем. И таким образом переворачиваем лист до окончания самого листа. В конце у нас остается небольшая полоска, и мы эту полоску загибаем вокруг листа, наводим ее, переворачиваем обратно.
Поднимаем верхний лист и полоску переворачиваем в середину. Переворачиваем лист и все хорошо наведем. Теперь складываем лист на бок вдвое. Хорошо наводим лист. Переворачиваем обратно. Выровняем лист. Теперь я возьму шариковую ручку и наведу центральную линию, чтобы ее было лучше видно. Убираем ручку. Теперь берем первую часть и кладем ее возле центральной линии. Вот так. Снова берем ручку и помечаем, где оканчивается лист. Теперь первую часть кладем с другой стороны центральной линии. И снова пометим, где оканчивается лист. Убираем первую часть. Теперь по первой линии загибаем лист вниз. Хорошо наведем. Теперь по последней линии загибаем лист вниз. Наводим лист. И по центральной линии переворачиваем лист на бок. Равняем листы. И все наводим. Берем руки. Теперь этот уголок нужно соединить с вот этим листом. Для этого опускаем уголок вниз, держим внизу и сверху придавливаем. Все наводим. Получается вот так. Теперь вторая часть пистолета уже готова. Теперь первую и вторую часть нужно соединить вместе. Для этого берем первую часть, открываем лист, берем вторую часть, кладем вторую часть между листов, закрываем, поднимаем верхний лист и просовываем его между листов. Просовываем так, чтобы он появился с другой стороны. Вот так. Переворачиваем на другую сторону. Снова поднимаем верхний лист и снова просовываем его между листов. Просовываем так, чтобы он появился с другой стороны. Вот так. Просунули листы, держим за листы, берем снизу и тянем верхнюю часть до конца. И у нас получается вот такой пистолет. Теперь наше оригами уже полностью готово. Кому видео понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч в наших новых видео.